Відчинімо свої серця ще в цю хвилину нашого молитовного Бога. Господу помолимся! Господи, помилуй! Владико Всевышнего, Господи Иисусе Христе Боже наш, Принце милости, Господи, человеку любя Твоего, на Бог и сынами, народа украинского, скорби сущего, веры Господи, як в грехи беззаконии наши, прогневаш от прибуатов, но в милосердице и помилуй нас, не умради лица Твоего в нас, смятение и печали сущие, даруй нам всесильную благость Твою, властью внутри, воинство наше мужество внутри, споспешество и гимну всемного потребного, лишенные крова в виде вдовы, плененные избави, не думавшие исцели, отчаянные утеши, на коре брани жизнь свою положивши, милости Твои сподоби, и все Твоя сохрани от врага и супостатого, молимся Тебе, Боже наш, да возложим Твои внемлющие глаз умоления нашего, не отврати лица Твоего от воздыханий наших, и не отврати Отечество наше, православное, подашь, Господи, вожделенный мир, и спасение всем недолковающим, и призывающим имя Твое, молитвами да благословенные Матери Твоей, Владычицы наши, Богородицы, Святого Крестителя и Просветителя нашего, великого и равноапостольного князя Владимира, и всех святых Твоих, Ты, Боже, есть и крепость утверждений, помощь и победа, верно на Тебя уповающих и Тебе славу посылает, Собе значальным Твоим Отцем и Пресвятым Владимиром, прячем Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.